Огоньки, также известные как Божьи огоньки, являются удивительными и очаровательными существами. И это еще не все. Помимо своей прекрасной способности излучать свет, светлячки обладают уникальным и сложным системным языком. А так? Они используют свет. Шензарский зенье чемпион болом бар. Алтымедай стаптыршынгу. Я была. Мен жүгіруден олға чемпион болатын. Және олған емес. Әкеңнің жасында мен 20 шақырым жерде 59 минутта жүгіріп шығатын. Салай. Ата өтірік айта салым го. Өтірік дегеніңіз. Сен бесең мұнау Марат атаңнан сұра. Ол менен олға егіліп қалатында. Ата, сен қазір өзді күргін келеді шығар, я? Когда светлячки блестят своей эфемерной яркости, мы невольно задумываемся о том, как прекрасен и уникален мир, в котором мы живем. Зажащик. Невероятные красоты и гармонии. Смотреть на них, как они светятся и синхронизируют свое мигание, это как окунуться в мир чудес и волшебства. Светлячки учат нас ценить моменты света и напоминают нам о том, что даже во мраке есть место для маленьких, но прекрасных моментов, которые могут озарить наши сердца.